Всем привет, ребят! Вы на канале Тихий Смех, и сегодня я отвечу на ваши вопросы. Не будем тянуть, начнем с вопросов. Первый вопрос. Почему я назвала канал Тихий Смех? Мне кажется, потому что поначалу, когда я создала свой ролик первый «Я краснею», насколько вы помните, он набрал популярность, и там у меня был очень тихий голос, потому что я не могла просто в присутствии родителей это все записывать, и мне приходилось чуть ли не шепотом это все озвучивать. Видимо, поэтому я его так и назвала. Второй вопрос. Я так понимаю, на английском, но я поняла, в чем суть, что вы имели в виду, типа, как я отношусь к тому, что меня смотрят не только русские. Для меня люди все одинаковые. Пожалуйста, ради бога, хоть с Украины, хоть с США, мне все равно. Следующий вопрос, где я монтирую? Это очень легенькое приложение, которое вы можете сами использовать. Просто скачайте его на телефон и тоже можете озвучивать, как я. Это приложение называется CapKeep. Где посмотреть бесплатно фильмы? Лично я смотрю в программе «Зона». Просто скачала себе на компьютер эту программу. Набираю любой фильм, смотрю без рекламы. Ну, первоначально, когда я загружаю, идет реклама. Но потом все. И удобно, и комфортно. Как ты узнаешь, понравился ли тебе фильм, который будешь смотреть, или будет скучным? Интересный вопрос. Расскажу так. Допустим, смотрю какое-нибудь левое кино. Оно мне нравится, я его просто смотрю. Запал мне в душу какой-нибудь актер. Я беру, открываю его биографию по фильмам. И пока все фильмы с ним не пересмотрю, я другое кино смотреть не буду. Но я исключаю те фильмы, которые самые старые у этого актера. Я там начинаю, наверное, смотреть его фильмы с 2014 года, это максимум. Ну или просто открываю список лучших сериалов 2023 года, там, допустим, и смотрю, какие хорошие в рейтингах. Кто с тобой озвучивает персонажей? Персонажей всех я сама озвучиваю, правда, вы сами заметили в последний момент, что я начала озвучивать только Тома и Джерри, а хозяйку Тома озвучивает другой человек. Говорю сразу, я этого человека не знаю, он левый, он с ТикТока, я просто нашла его озвучку, она мне очень понравилась, я вставила в свою, только в качестве голоса именно хозяйки Тома. Все, можно считать, что я не то что ворую или плагиат это, я просто взяла, я написала владельца. Будем считать, что я его пиарю. Как ты озвучиваешь, это твой голос или кого-то другого? Ребят, конечно, это мой голос, просто я его повышаю и понижаю. Вот сейчас я с вами разговариваю, это мой настоящий голос. А когда я озвучками занимаюсь, я повышаю, и вам кажется, что он детский. Как-то так. Думаю, я на все вопросы ваши ответила, которые вы хотели услышать. Ну а с вами был канал Тихий Смех. Всем пока!